К этому процессу Василий Швец попросил подключиться депутата Краевого законодательного собрания. Сегодня прошла рабочая встреча мэра Анапы и Юлии Пархоменко. Она представляет в региональном парламенте нашу территорию и давно на профессиональной основе занимается развитием виноградарства и виноделия. Включение ее в состав комиссии, по мнению мэра нашего города, позволит провести эту работу максимально качественно и эффективно. Сегодня стоит задача губернатора нашего Владимира Кондратьева сформировать перечень, реестр всех виноградопригодных земель. Анапа по праву считается одним из лидирующих регионов, я имею в виду винодельческих регионов. Мы нескромно нас в Москве называют столицей российского виноделия. Мы понимаем, что это большая ответственность, но и, откровенно говоря, вот большая задача, чтобы мы действительно эту планку только повышали и поднимали. Сегодня прорабатывается порядок формирования этого реестра, этого перечня. Вот огромная просьба с учетом ваших профессиональных компетенций включиться вместе с нами в эту работу, вместе с вашими коллегами, для того, чтобы мы этот перечень быстрее создали. Просто потом мы при формировании сегодня генерального плана города-курорта Анапа будем закреплять, и даже, наверное, новое определение, детерминации давать, что такое виноградопригодная земля. Это будет как дополнительное подразделение в особо ценных землях, в особо ценных сельхозугодиях земель сельхозназначения. Такая очень важная сегодня кропотливая работа. Юлия Пархоменко поддержала инициативу и обещала оказать максимальное содействие. Также на встрече были рассмотрены вопросы о работе с обращениями граждан и реализации наказов избирателей на анапской земле.